Здравствуйте, дорогие друзья! Творческая студия Оксана Вильчер. Вновь пришла мне посылочка. Накопилась вот столечко фурнитуры. Хочу сделать обзор. Заказала я тут себе, значит, бусики, крепления, замочки, цепочки. И покажу, что пришло. Так, начнем вот с этой. Только что вот распечатала ее. И покажу вам, что пришло. Это пришли вот такие глиттеры. Они назывались. Это блестки, если так по-русски называть. И вот столько здесь их видов. Они очень классно переливаются всех оттенков. И в таком вот футляре пришли. Заказываю я на AliExpress. Это моя любимая площадка и вообще просторы для творческих людей. Если вы хотите что-то для себя найти, рекомендую. Заказывайте по ссылочке, регистрируйтесь, получайте скидку. Так, вот так вот он. Немножко тут, видимо, просыпано. Очень тугие, плотные контейнеры вот такие. Буду заливать их в эпоксидную смолу, делать брошечки. Ну, они такие плотные, не фольга, то есть пластик это какой-то. Зеркальное отражение переливается. Зеленое, давайте откроем. Зеленый вот просыпался, очень тугие, почему просыпались, непонятно. Лишние, видимо. Еще и по номерам все. 1, 2, 3. 12 штук здесь. Стоили недорого, 120 рублей всего где-то. Далее хрустальные бусики. Их я уже использовала. Они очень такие глянцевые, прозрачные. 0,8 вроде бы были. Я уже надела сережечек. Такого плана. $140 вроде бы их было на ниточке. Стоило 200 рублей вроде бы, если сейчас уже не помню. Все ссылочки будут ниже в описании. Если вам что-то понравилось, можете посмотреть. Далее, вот такие крепления. Крюки их там называют. Так, пробовала тут сфокусироваться, значит, 12 миллиметров, вот такие крючки, 100 штук их тут. Вот такого плана. И вот такие, немножко помощнее. Сравнение. Очень удобно завинчивать их в эпоксидную смолу в украшение и в полимерную глину. Далее замочки. Их я очень ждала. Это магнитные замочки широкие. У нас в Тагиле они дорого стоят. Один замочек 150 рублей. Вот такой один. Я купила 10 за 200 рублей. Очень рада. Это для моего браслета, который я сплела, бисерный мех. Так, как они работают? Вот так вот. Они на магнитике. И для этого браслета я заказала. Шила его неделю. Это мне прямо в аккурат подходит. Вот так вот будет это. Слайдер. Их еще называют замочек магнитный слайдер. Рекомендую, мне понравились. Также заказала вот такие магнитные тоже. Это шарики. Может быть, я уже их показывала, не помню. Попались под руку. Достаточно хорошие.
у нас стразы, очень мелкие стразы. Куда-то я их уже использовала. Где-то, наверное, 2 миллиметра. Они очень переливаются, камера этого, конечно, не передает. Очень блестючие. Так, это застежечки 100 штук для брошек я заказала. Не помню, сколько стоили, но недорого. Все до 200 рублей. И два вида цепочек. Тоже для моих подвесок. 10 метров. 160 рублей вроде. Вот такая цепочка. Достаточно качественная. Не цепляют. Звенья ровненькие. Я ее уже даже использовала. Она вот так вот тут связана в пучок, чтобы не путалась. Вот таким образом. Так, где у нас тут центр-то? Вот. Достаточно намного хватит тут кулонов. И бронзовая. Звено тут одинаковое. Также замотано. Вот такая цепочка. Ну, в принципе, все показала. Последнее, что было из фурнитуры. Пока на этом все. Всем пока-пока. Если вам понравился товар, вы можете найти и заказать его для себя. Ниже в описании будет. Регистрируйтесь, получайте скидки при заказе. Всем пока-пока и до новых встреч!